Отже, сьогодні День енергетики, професійне свято. І ми сьогодні в нашій програмі продовжимо розповідати про технології, які допомагають зекономити електричну енергію. Отже, один із таких пристроїв – це вітрова електростанція. Також вітроелектростанція – електростанція, яка за допомогою вітрової турбіни перетворює механічну енергію вітру на електричну. Вітрові електростанції – це система відновлюваної енергетики, оскільки вітер – відновлюване джерело енергії. Іноді вітрові електростанції також називають вітряними фермами. Існуючи на сьогоднішній день в Україні потужності вітрових електростанцій перевищують 51 мегаватт. Із моменту, коли запрацювала перша вітчизняна вітрова електростанція, вироблена понад 80 мільйонів кіловат-годин електроенергії. За оцінками фахівців, загальна потенційна потужність української вітроенергетики становить 5 тисяч мегаватт. Ось така корисна справа – вітроелектростанція. Я сподіваюся, що буде це відновлюване джерело розвиватися. А далі ми продовжимо розмову про те, над якими проектами працюють сьогодні наші миколаївські науковці у галузі енергозбереження. І рада представити вам гостя нашої студії. Це відомий багатьом у нашому місті науковець Юрій Харитонов, декан факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені Макарова. Точно. Доброго вам ранку. І вам доброго ранку. Ми чекали на цю зустріч, тому що, вже говорили, людство навчилося виробляти електричну енергію, а тепер перед ним стоїть завдання навчитися якомога більш економно її споживати. І наші миколаївські науковці не залишаються осторонь цієї загальнолюдської проблеми. Правда? Так і є. Це дуже приємно, ми дуже раді, але, я думаю, широкому загалу буде дуже корисно знати, над якими проектами у цьому напрямку працюють наші миколаївці. Ну, большое вам спасибо. Я би хотів, прежде всего, в студії «Новий день» поздравити всіх енергетиків с их профессиональным праздником и пожелать им здоровья, мира, ну и человеческого счастья. И творческих достижений. О творческих достижениях, я думаю, что мы еще с вами будем говорить. Ну, безусловно, да. Сегодня непростое время, и поэтому вопросам энергетики действительно сегодня уделяется одно из приоритетных как бы внимание как со стороны правительства, и так и со стороны каждого жителя Украины и, безусловно, нашего города Николаева. Звісно, мешканці дуже нашого міста зацікавлені платити якомога менше, але споживати від того якось менше не хотять. Ну, понимаете, у человека всегда желание такое, чтобы все было рационально. Я бы сказал так, почему? Потому что не платить совсем – это самый оптимальный вариант для населения, правильно? А платить много и за неэффективное энергоснабжение – это худший вариант. Поэтому везде есть рациональность, и в том плане, что потребности в энергии должны удовлетворяться. А если они удовлетворяются, то, безусловно, есть рыночные условия, на основе которых идет удовлетворение тех потребностей у наших потребителей энергии. Але ближче до нашої теми. Да. Про наукові розробки хотілося більше дізнатися. Ви дійсно правильно сказали о том, що человечество все время стремилось побольше вырабатывать энергии, развивать энергетическую отрасль и прочее. И не случайно вот день 22 декабря у нас в Украине празднуется исторически, начиная с 93 года, как день энергетика. А корни этого вопросы лежали в прошлом столетии, когда на 8-м съезде Советов была принята программа ГОЭРЛО. И эта программа ставила задачи перед советским правительством в то время как можно больше развить энергетические вопросы, донести энергию во все регионы бывшей России, куда входила и Украина, для того, чтобы можно было наращивать экономический потенциал. И в этом плане
эта программа действительно примечательная в том разрезе, части, вернее, вашего посыла о том, что развитие прежде всего должно было быть и существовать. Я скажу несколько цифр. На 13-й год, 1913 году, да, когда в царской России еще планировали подобный проект, выработка электрической энергии составляла всего 200 тысяч мегаватт. А к 35-му году, считайте, после принятия плана ГОРЛО в 20-м году, за 15 лет, эта цифра уже составляла 28 миллионов. То есть темпы наращивания энергии были значительно большие. А вот зараз... А вот я как раз хочу перейти. Да. Я как раз хочу перейти. И вот это стало сегодня как бы сказываться, те динамики, которые были раньше, когда удовлетворение спроса на тепловую энергию, электрическую энергию, они были большие, да, то сегодня пересматриваются концепции, которые связаны с энергоснабжением, и они переходят больше в плоскость эффективного использования той энергии, которая приходит для потребителей. Что хочется сказать? Безусловно, существует много всякого рода технологий. Те технологии, которые сложились исторические, нынешние технологии, мы их называем альтернативными, и вы сейчас анонсировали ветроэнергетику, вот, ну и другие, безусловно. То сегодня очень важно внедрять в повседневный наш быт, в повседневную жизнь, это вопросы энергосбережения, и если говорить о задачах науки в этом направлении, то это задача восстановления энергетического менеджмента во всей сфере, и в социальной, и в промышленности. Ну, я особисто бачила, як дуже активно втілюються ось такі наукові надбання. Наприклад, сонячні батареї використовуються в курортних містечках, там, де, можливо, затруднене енергопостачання. Люди взяли на озброєння саме такі досягнення і успішно ними користуються. Ще на початку розвитку цієї теми, цієї галузі, вони... Сонячні батареї були дуже дорогі, і наскільки ефективні, то були такі спірні питання, але зараз вони знайшли свого споживача, наука не стоїть на місці. Безусловно. І наука не стоїть на місці. Сьогодні КПД цих преобразователів достатньо великий. І не тільки наука, а головне, що вони втілюються в життя виробництва. І производство, так. И эти две части взаимосвязаны. Почему? Потому что увеличение объемов производства, вот таких фотоэлектрических или солнечных батарей тепловых, вот, они, безусловно, сокращают величины их стоимости. Поэтому они сегодня практически везде начинают использоваться. Но ну, знаю, это рационально. Я знаю, что и вы, ваши коллеги, и студенты работают над багатьма проектами, которые поддерживаются. Це ви краще розкажете. Да. Значит, і втілюються в життя. Если мы касаемся вопросов, да. Если мы касаемся вопросов, связанных с научными исследованиями, да, то я хочу сказать, что на сегодняшний день в университете активно развиваются все направления, которые связаны с энергосбережением и с разработкой новых или совершенствованием имеющихся источников энергии, как тепловой, так и электрической. Но то, чем занимается команда, которая входит в Центр прикладных исследований в энергетике, который я возглавляю в университете, мы в основном сосредоточились сегодня на вопросах энергетического менеджмента. Что то это есть, такое? Да, что это такое? Это комплекс мероприятий, который направлен на организационное, техническое, технологическое обеспечение вопросов, связанных с рациональным использованием энергии разных видов. По наработкам, которые есть сегодня в университете, эти направления достаточно актуальны, но я хочу сказать только о тех наиболее существенных, которые сегодня волнуют большинство жителей нашего города и, безусловно, Украины, это вопросы, связанные с теплоэнергетикой. Все время, как бы до некоторого времени, вернее, направления были связаны с совершенствованием котельных агрегатов, совершенствованием автоматических устройств, устройств учета и прочее. Но, как показывает и практика, и рациональный действительно подход в этом направлении, то, безусловно, все начинается с потребителя. Сколько нужно тепла отдать потребителю для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, мог не болеть в конечном итоге. И как бы в этом вопросе все сводится сегодня, если мы касаемся социальной сферы, да, то это, безусловно, к затратам тепла нерациональным в доме.
И вот один из таких проектов, который сегодня заканчивается у нас в городе, вот это является проект причерноморского сотрудничества, так называемый проект BSBIP, в результате которого мы рассматриваем наш город в виде картинки, которая показывает, какие есть тепловые потери в домах. Вот. И, соответственно, разрабатываем мероприятия для того, чтобы можно было эти потери привести к минимальным, минимизировать. И на основе этого уже тогда будут следовать рекомендации, которые связаны с действиями или мероприятиями, которые идут в сфере источников тепла. Какова их должна быть мощность, каковы должны быть трубопроводы для того, чтобы потери энергии тепловой были минимизированы. Вот этот вот проект сьогодні реалізується. Я хочу сказати, що це важливий проект, і він повинен користуватися не тільки інтересом науковців, але безусловно. І це соціальна така платформа, яка достатньо велика. І я хочу сказати, влада повинна підтримувати, да, і ви знаєте, самі споживачі бути, да, зацікавлені в цьому. Безусловно. Я хочу сказати, що сьогодні на всіх рівнях проблема теплоенергетики, проблема социальной защищенности людей, связанных с таким высоким тарифом относительно, который сегодня есть, вот, он, безусловно, актуален. И он актуализирует все действия не только у власти, но и у горожан. Я в продолжении по проекту BSBIP. Я хочу сказать, что в рамках этого проекта предусмотрена не только та научная часть, которую сделал центр, но и предусмотрена со стороны наших западных партнеров Европейского Союза, это поддержка в виде демонстрационного пилотного объекта, который будет как бы реализован в рамках города. И у нас есть же место. И вот сегодня, да, заканчивается реализация или имплементация этого проекта в плане термомодернизации здания по улице Лазурная, 16В. Этот дом был выбран не случайно, это типовой дом для микрорайона и для города. Потери там тепловые достаточно большие, вот, поэтому и еще, как говорится, немаловажно то, что, безусловно, для людей это будет пример того, что можно действительно сегодня сотрудничать, можно действительно сегодня реализовывать такие дорогостоящие проекты, как в рамках ОСМД, которые создаются, и, безусловно, к июлю, я думаю, этот вопрос будет как бы еще более актуальным. Вот. И с точки зрения, да. Будинок, и что с ним сделали? Ну, и по этому дому сейчас ведутся работы, связанные с термомодернизацией. Замена окон, теплоизоляция дверей, теплоизоляция поверхностной оболочки здания. То есть это то, что препятствует потерям тепла. На чьи кошты? Хочу сказать, что здесь идет вопрос взаимный. Часть средств финансирует, большую часть, я бы хотел это подчеркнуть, финансирует городской совет. И часть для пилотного проекта выделил вот этот грант в размере 15 тысяч евро. Вроде и деньги небольшие по сути, а по факту, понимаете, это большой как бы толчок или стимул, да, для того, чтобы можно было решать эти вопросы. Например, этого будинку, когда уже будут первые результаты, другие жители этого микрорайона смогут пользоваться опытом и втілювати цей проект и надалі. Вы правильно говорите, я более хочу сказать, здесь важна демонстрационность этого проекта не в том, что дом будет термомодернизирован, то есть сделаны технические или технологические мероприятия. Здесь очень важно поменять сознание жителей города Николаева, ну в частности нашего города, да, к большему вниманию к тем вопросам, которые могут они решать сами своими громадами. На жаль, от формат нашої програми не дозволяє довго говорити на ті теми, які цікавлять. Є у нас і інші передачі, я думаю, що ви ще не раз будете виступати, але хоча б коротенько перерахувати. Можна ще проєкти подібного плану? Безусловно. Я хочу сказати, що ми 2 або 3 роки назад реализовывали подобный проект с Международным валютным фондом в лице Международной валютной корпорации. Этот проект был направлен на бюджетную сферу города Николаева. Мы пересматривали учреждения сферы образования. Это детские сады, школы, интернаты. И
как и всегда, вот эта задача получения той реальной ситуации, в которой сегодня находятся проблемы теплоснабжения в этих предприятиях, она показывает существенный резерв для того, чтобы можно было снизить энергопотребление. И в конечном итоге абсолютная величина оплаты за тепловую энергию должна быть существенно снижена. От ви говорите, ми розробляли, ми розглянули, да. Ми створили проект. Ми – це хто? Ви знаєте, ми – це команда. Прежде всего, это, безусловно, команда городского совета, это департамент жилищно-коммунального хозяйства, это центр прикладных исследований в энергетике, это университет в целом. Почему? Потому что это сотрудники университета. Помимо этого, я хочу сказать, очень активно принимают участие и работники управления, по которым мы работаем. Это и управление культурой, это и управление образованием городское. Если говорить еще о проектах, да, то... Мы занимались вопросами, связанными с оптимизацией схем систем теплоснабжения города Николаева, города Первомайска, Южноукраинска, других городов как бы Украины, для того, чтобы можно было минимизировать потери и видеть рациональные пути к развитию систем теплоснабжения. Отже, є науковий потенціал, є команда. За чим справа? Я не хотел бы сказать, что справа за деньгами. За идеями? Идеи и основное, и самое важное, это, безусловно, поддержка на всех уровнях тех мероприятий, которые предлагает, как вы говорите, научная часть, для того, чтобы можно было действительно рационально решать вопросы, связанные с энергопотреблением. Але варианты знайти можно реализацию идей и проектов? Безусловно. Ну что ж, дякую вам за вашу працю. Можливо, у когось зараз з'явилася під час нашої розмови якась дуже цікава ідея. Можна звертатися, команда працює, команда готова до справи. Да. Так. Ну і всіх енергетиків з професійним святом. І ще раз, позвольте, да, всіх колег, які працювали в сфері енергетики, які працюють, які планують працювати, поздравить з цим професійним праздником. І я думаю, що кожен житель України і Николаєва відчуває їх заботу на себе, видить тепла, постійного присутствия електроенергії, газовая составляющая, как говорят. То есть всех еще раз с праздником, здоровья, ну и, безусловно, мирного неба. Дякую. Отже, поки ми опікуємося збереженням енергії теплової, електричної, надалі в Голлівуді виходять в відкритий космос.